Доброго времени, я вас приветствую. Меня зовут Алена Рябченко, и вы в курсе, в группе, в боте «Психосоматика для каждого». Что это, про что это и что вы здесь сможете найти? Психосоматика, я думаю, что вы уже знакомы с этим термином. Чем отличается данная психосоматика от всех остальных? Психосоматика – это не просто какой-то список, перечень или таблица заболеваний и аффирмаций. Да, психосоматика – это работа непосредственно нашей психики, которая отражается во всем нашем теле, в наших энергетических меридианах, в наших энергетических центрах. И когда мы через информацию находим какие-то триггерные точки, то, естественно, и наше тело, оно начинает жить немножечко по-другому. Что вы будете получать? Во-первых, вы получите доступ в группу, в которой я по средам веду совершенно безоплатный разбор групповой. Вам достаточно будет просто присоединиться к эфиру, озвучить свой запрос, проявиться, включить видеокамеру, и мы поехали разбирать. Иногда бывают разборы с чудесами, иногда бывают разборы, что вам некомфортно, потому что на вас смотрят какие-то люди, и тогда человек просто имеет возможность зайти в индивидуальный разбор, записаться на сессию. Сессия длится по разным запросам от 1,5 до 3 часов. Вы будете получать разные эфиры, по, например, аллергия, да, причины и как это разобрать самостоятельно, вес, вопросы с весом, как в плюс, так и в минус, как это разобрать самостоятельно. То есть в этих видео я разбираю на каких-то примерах, задаю вопросы, и в принципе вы получаете некий алгоритм такой, как это можно с собой поработать наедине для того, чтобы чуть-чуть решить этот вопрос на уровне именно психики. Дальше вы уже смотрите на динамику, насколько действительно та ли эта эмоция была, потому что когда вы находите триггерные точки, то вопрос решается в моменте, и дальше фаза восстановления несколько дней, но уже в любом случае мы наблюдаем какой-то результат в виде наших ощущений. Точно так же мы разберем наши внутренние органы, естественно, вопросы с дыханием, с кожей, нервная система, да, кровеносная система и прочие видеоэфиры. Вы можете в них участвовать, и вы можете их смотреть в записи. Кроме того, естественно, я вас буду приглашать на обучение, но я никого не приглашаю в плане, если вы не готовы, если вам это не интересно. Почему? Потому что обучение у нас глубокое, вы заходите, вы разбираетесь во всяких разных деталях, обучаться можно как для себя и для своей семьи, точно так же, как и в профессиональном навыке. Возможно, вы сейчас желаете освоить новую профессию, вы начинаете с себя, вы получаете какой-то результат, вам это становится интересно, и вы заходите в курс для того, чтобы уже непосредственно овладеть какими-то нюансами и навыками. Что здесь необычного, что здесь нового, что отличается от известных, например, уже авторов Луизы Хей, Лиз Бурбо, Синельников, Ж. Каренцев, Кремер и так далее и тому подобное. На самом деле психосоматика и ее причины, они общие у нас, но работа, освобождение тела, она индивидуальная. То есть у нас у каждого есть разные реакции. Вы уже в первом видео, первое видео у вас будет про аллергию, вы уже поймете, почему это так по-разному работает и насколько именно индивидуальный подход важен в психосоматике. Да, здесь невозможно обобщить, потому что есть уникальное восприятие, уникальная база нашего мозга, который воспринимает одну и ту же информацию или одну и ту же ситуацию совершенно индивидуально и по-разному. Поэтому я вам желаю приятного изучения. Мы обязательно с вами встретимся на эфирах или разборах, или, возможно, вы зайдете сразу в курс. Поэтому я вам желаю, будьте здоровы и счастливы, и до встречи!